Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Решил собрать донатного героя, старенького героя Вольта, прокачать его и посмотреть, что он на сегодня может. У нас нестандартная сборка будет. Будет сборка вот такая вот на максимальной сути дамаг. 7-7 суперсила. Пакт. Решил качнуть здесь грубую. Такая сборка... Ну, не актуально вообще, то есть это чисто так посмотреть, какой же все-таки у него реально будет дамаг. Я не качал ему 14-й скилл, ну, бессмысленно, есть другие герои, которые более интересны, я им попрокачивал. Атакует он 6 целей, ослепляет на 1,8 секунды, ритрейт у него... 96%, то есть у него фактически каждый удар это крит, кулдаун 5 секунд, имеет иммунитет к стану и страху, в принципе неплохо. Жизни у героя дофига, если брать 30-й прорыв, лям 300. Ну что такое на сегодня лям 300? Сейчас я вам так сделаю. Светану. Чтобы потом себе заставочку сделать для вас, чтобы вы понимали, о чем речь. В общем, такая вот темка у нас. Эти лям 300, ну, честно говоря, это ни о чем. Посмотрите на атаку. Плюс 50, почти 3000, ребят. 53 тысячи. Если у нас раньше было там 9-10 тысяч, то сейчас бонусами можно столько налепить. Так, не знаю, сейчас поищем просто расту. Ну вот, смотрите. Обычная простая раста. Интересно посмотреть против Мэри. Все. Все, он по сути есть отражалка. То есть на атаку сборкой без подашки для этого героя это все. Малейшая отражалка, герой у вас будет сливаться. У героя очень много дамага. Очень дофига. Это один из таких хороших дамагеров топовых. То есть самое основное это, конечно же, ставить ему придется подашку. Многие спрашивают, что ему качать. Ставите ремку, ставите подашку, в принципе все, больше ничего не надо. Самая основная задача от этого героя, если вы там у вас мелкий топ, в топах максимальных вы его уже использовать не будете, потому что это бессмысленно, ну, нету смысла. В этом ослеплении на 2 секунды оно ничего по сути не дает. Сейчас посмотрим на дамаг. Вот смотрите, он ворожая наполовину, Анубиса наполовину, Мишаню почти слил и сразу же слился. То есть отражалка дает о себе знать. Поехали на подземку. У нас есть одна веселая подземка. 4-9. Здесь есть у нас интересный меса, у которого реально дофигища жизни. 80 лямов. Вот сейчас мы посмотрим. 12 лямов. То есть 6 целей по 12 лямов. 12 обычный, 14, 6. Ну, у нас там еще есть супер пэт. Дрого. Сейчас его снимем. Ну, суперпад, в смысле, дамага. Ну, кстати, я сейчас хочу затестировать. Чисто берем сборку такую, без питомца. То есть посмотреть реально, какой у него все-таки урон. А плюсы, то, что он не станется, можно некоторые подземки проходить. 13 лямов. 8, 25, нифига себе, ребят, 25 лямов, нехилый такой урон, 25 умножьте на 6, 150 миллионов урона наносит он один залпом, это дофига, это реально очень дофига, 17, 20, ну то есть 120, 150, охренеть. Таким образом можно его использовать, если прокачать. Но это опять же, это максимальная прокачка. У меня есть он на сардальке, я его получил
с настолки. Вот двадцатка, то есть двадцатка стабильно практически вылетает. Но как-то рандомно у нас урон 4, 7, вот непонятно, 16. Каким образом этот урон 21? Ну, в любом случае, то есть 25 мы увидели. Что-то рандомно урон скачет, не могу понять, каким образом. Вроде все статы у нас базовые, стандартные, почему так? Такой дикий разброс, то есть 18, 20. 24. Непонятно, в общем. Но дамаг, как видите, у него реально крутой. Сейчас я хочу еще попробовать один вариант. У нас супер питомец даст еще дополнительно силу. 57. Посмотреть, насколько разница будет. Ну, все равно, в любом случае, 120 лямов. Блин, что-то вылетает в последнее время игра. Нереально. Реально аж харит. Эти вылеты. Disconnected сервер где-то 2-3 дня уже. Что они там делают, вообще непонятно. Итак, смотрим еще разок. Ведь можно супер питомца собрать, ну, 9. 13, 24. Ну такое, знаете, я бы не сказал, что особо там какой-то мега-мега-мега прям вау прирост у нас получился. Двадцать лямов, 26. Ну, уже получше. Ну, не настолько там им и больше. Так, последний тест, и идем посмотрим его на других локациях. Семь, девять. Ну, в среднем, если взять 6 целей, это 150 лямов прилетает. Но это потолок. Так. При том, ребят, он же бьет у нас 6 целей, 2 секунды. У него залп скилла идет. Тоже провтыкал, то есть тут реально еще у него же не просто так он бьет 3 раза, по-моему, или сколько там, сейчас посмотрим. Раз, два, три. Вот 3 раза он бьет, то есть 3 раза. То есть вы прикидываете, какой у него реально дамаг, потенциал дамага у него просто бешеный. То есть 3, даже взять, даже если взять, ну, берем по максимуму по 25к, пусть будет средний, 75 миллионов одной цели прилетает, если там 6 целей. Ну, это подземки, то есть тут один дамаг, если мы сейчас пойдем в экспу, попадем на любую отражалку, он там сольется, ну, сама суть. 75, 2, считайте, 2 цели это 150. Даже берем среднее 20, то есть 120, 120 и 120, 360 миллионов дамага пролетает. Но это реальные цифры, поехали в экспедицию. Но такого, к сожалению или к счастью, на битве гильдий там нету. Если бы такое было, это было бы печаль. Так, сейчас, если мы попадем хоть на одну отражалку, у нас тут есть хранитель, вы видите, как он улетит быстро. То есть это один из таких самых жестких дамагеров. Вот посмотрите, раз, два. А, не, не получилось. Ну, мы вот половину хп просто у нас улетело с одной тычки. Пройдем дальше, посмотрим дальше. О, тут от Варлока щит был. Тихо, щиты. Ну, здесь нет. Ну, просто тут вылетают они. Я не знаю, сколько тут реально дамага. Сейчас подальше попробуем пройти. Бля, я сам только что задумался. Реально, он же бьет 3 раза. 3 залпа. 6 целей.
Но, к сожалению, на практике он сливается очень быстро. Вот, вот вам, пожалуйста, отражалка и все, героя нет. На обычном герое без ничего. Вот о чем речь. То есть у него реально дохренища дамага. Я не знаю, у кого есть еще столько дамага. Даже Фрейя, мне кажется, по урону вот этому от скилла от него отстает. Далеко отстает. Если брать именно скилл. Такс. Давайте все-таки вернем обратно нашего друга. Еще я хочу посмотреть. Фух, 40 лямов. Да ну нахер. 40 лямов, ребят. Это ж пипец. Вы прикидываете, какой там дамаг. Это просто жесть. Это мне не показалось. Это реально было сороковник. Вот по 17 бьет. От дрога, походу. Да ну нахер. Это нереально. Мне кажется, вот круче, чем он. Ну, надо еще. Ну, Бугич один раз бьет. Тоже 6 целей. Но этот. Или 5 там у него. А тут 3 залпа таких идут. Я не его знаю. Надо будет реально посмотреть, потестить. Кто же все-таки наносит больше дамага за счет скилла. Ну, какой-то рандомный, конечно, дамаг. 11, 24, 21. Ну, это просто пипец. Окей. Какая сборка будет актуальна, интересна и универсальна? Это вот такая вот ремочка плюс ПДшка. На сегодня это такой самый оптимальный вариант. Он дает вам возможность не слиться на тех же самых отражалках, в рейдах там и в прочем. Дамага, конечно, в разы поменьше, как видите, но вы включаетесь сразу плюс, и вы не сливаетесь на отражалках. То есть, если мы пойдем сейчас обратно же в рейды, где-то встретим кого-то с отражалкой. Мы сейчас с такой сборкой пойдем еще за башку потестим. Минуса, конечно, героя, то, что он бьет по юнитам. То есть, если вы хотите его использовать на битву гильдии, как мы это делали раньше, то надо кем-то сливать юнитов. То есть, это у вас должен быть Анубис там, либо другие герои, которые разберут изначально юнитов, потом только вы можете выпускать его. Возможно, я качну на сардельке такого героя. У меня он там есть на столочке. Я уже говорил, к сожалению, с настолки убрали. Кто не успел, тот не успел. Это печально, но... Так, блин, ну видите, все с юнитами. Сейчас даже если мы будем Анубиса выпускать. Ладно, давайте попробуем. Анубис сливу. Даже юнитов толком убрать не может. Посмотрите, бежит. И ударить не может. Так, отлично. Давайте, сливайте Анубиса уже. Так, есть. Теперь смотрим внимательно на героев. Я попробую его так выпустить, чтобы посмотреть дамаг. У нас есть здесь Фоба, у которого ОЗ-шка. О, нифига себе! Охренеть! Посмотрите, что он сделал. Он почти там ушатал. Охренеть. Вот это у него дамага. Вот это, конечно, жестковато было, ребята, честно скажу. Может, он еще актуален будет у нас? Не все так плохо. Так, отлично. Анубис слил. Красавчик. А теперь пробуем.
конечно, Фрэнк у нас есть. Ну, дефа нету, как видите, вообще. Пока он долетит, нереально. То есть на битве гильдии я не знаю, кто его. Ну, бессмысленно. Смотря, конечно, какой у вас там сейчас топ и прочее, но на сегодня он просто там не актуален. Хотя он реально дамажит офигенно. Это один из тех героев, которые действительно кайфово себя показывают именно по дамагу. Ну, я в шоке с того дамага, который мы увидели, честно говоря. Это пипец. Это реально круто. Так, а теперь смотрим внимательно. Дерево, Ронин. Раньше даже, кстати... Кого я выпустил? И тормоз. 700, ну... Тех, кого надо, он посливал. Реально, по дамагу. Пена он разобрал. Считайте, за один скилл разбирает. 800 лепит, это 2 ляма прилетает. Конечно, это рейд, но все же. Понятно, он не пройдет, не пробьет ни зефир, ни зефира, ни эту, ни фрею. Но свое дело он делает. На ура. Мы даже, помню, были моменты, когда сливали, пробовали этого. Я надо попасть. Даун. Посмотрите. Он там просто сейчас... Офигеть. Кстати, может и огника ушатать, если правильно подобрать. Но видите, к сожалению, не попал я в кулдаун. Ладно, не будем заморачиваться. Поехали на аренку. На арене, кстати, он тоже довольно-таки неплохой. Раньше был, сейчас, ну не знаю, кого мы тут сейчас встретим. Вряд ли мы кого-то прям такого мега-мега-вау встретим, но попробуем. Такой сборки кого-то хотя бы приблизительно шатануть. Вот его использовать довольно-таки неплохо будет на этом, если правильно подобрать пачку со слеплением совсем, попробовать его использовать на ЗБшке. Соло, конечно, он шатать не будет, но вот именно для команды он будет даст очень большую пользу. Все-таки, как ни крути, 2 секунды ослепления, то есть возможность того, что вражеские герои миссуют и ничего сделать не могут. Это реально очень большой плюс. Как видите, он бьет здесь по героям. По камню он своим скиллом не бьет. Но вот он зацепился с черепом. Мелкие-мелкие реально. Ну, дефа у него нет. На арене против топа вы тоже с ним не погоняете. Но в своем, если вы не в топе, а где-то такие, ну... средненького левела, то, в принципе, герой, в принципе, может быть использован на многих локациях. Вот Фрея. То, о чем я говорил. Фрея его может свободно слить. У нее стоит ограничение. Ей он ничего не сделает, как и многие герои. Пятая Фрея, вторая эволюция. Валлав. Так, Асурик. Это интересней. Еще один нюанс. Чтобы он попадал, надо ему побольше точности. Ну, видите, что. Огник тоже разгребает его. Единственный момент, когда он огника может ушатать, это когда тот выйдет в состояние. О, смотрите, что сделали. Вообще просто забрали энергию. Сказали до свидания. Еще один минус, то что у него нету иммунитета. К стану есть, а к забору энергии нету. Вот такой вот вариант. Поехали, попробуем его на забытой.
здесь, конечно, не топовые пачки у нас, но вот сама суть, где можно использовать его, это вот, если бы у нас сейчас не было, кстати, отражалки, мы бы просто слились на хроне, точнее, ПДшки. На этой локации он будет слепить всех и плюс наносить офигенный дамаг, то есть он в любом случае будет сливать героев, которые не имеют ограничения, но его тоже может слить тот же самый Бугимен, либо Фрея, которая нормально дамажит, если попадут. То есть в случае, если вы хотите его собрать на там PvP локации, то конечно с уклонением он будет получше, подольше стоять. Ну вы опять же учитываете то, что вы против всех героев универсального героя уже не соберете, потому что моментов и нюансов дофигища. Давайте попробуем против Фрея. Если посмотреть. Ну вот осталось Фрея, вроде 16-я, да, миссает. Ну она его с одной тычки может просто нафиг унести. Нифига себе! Ну видите, почти, почти, чуть-чуть не хватило. У нас отхила нет. Был бы у нас отхил, может мы бы что-то еще сделали, так как он ослепляет и по нему не попадают. Наш жесткий Асура, которого сложно убить. И троица, которая тоже просто мега. 6 героев, и они даже не проседают. Ну вот, я же говорю, у меня отборные пачки, которые просто трешуют. Ничего себе, они еще и могут зефира слить. Ну, было бы больше времени, думаю. Было бы интересно. Двоих ушатали. Это при том, что эти герои не дамагеры там особо. Посмотрите, что они делают. Да уж. Нифига себе. Офигеть, посмотрите на это. Это жесть. Троица, конечно. Конечно, видите, его можно обездвижить, можно забрать энергию. То есть такие нюансы тоже есть, и, соответственно, он у нас не ударит. Как вариант, можно попробовать железку, но опять же, вам там, по сути, защита от стана нафиг не надо, но зато у вас энергия останется. Но вы будете уязвимы к отражалке. То есть герой как бы интересен, но, блин, уже его время прошло. Но с него иногда будет у вас польза. Вот, отлично будет. Сейчас посмотрим, какой там. Иногда может быть польза. Раньше мы его даже на архе использовали. Ну вот опять же, та же самая Фрея. 4-й прорыв, без прокачек. Ну, а там еще с отхилом. Но все равно он ей немножко ужатал за счет левела. Когда он ослепляет, реально герой не попадает, миссует по всей пачке. То есть это самый основной плюс этого героя. Ну так, один на один он сейчас большинство героев просто не вытащит 30-го прорыва. Вот вам Огник, который появился после него. Смотрите, что делает. Ну все, до свидания, сказали. Непрокачанный герой. То есть это говорит о том, что на сегодня герой никакой, даже в максимальной прокачке он уже ничего сделать, к сожалению, не может. Это печально, потому что очень много героев у нас от обновы до обновы уходят в никуда. Но все равно он кайфовый дамагер. Я не знаю, кто больше дамага. Я буду еще ради интереса протестировать другие герои. У меня там буги чистые, остальные.
Ну, реально, он со скилла своего дамажит. Просто бомбически. Анубис тоже дамажит там 100 целей своим скиллом, там процентуально забирает. Но это немножко разные герои. Этот именно такой пвпшный, который ослепляет. Ну, то есть плюсы у него тоже есть офигенные. В общем, вот такой вот, ребятушки, обзорчик. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.